Кострове водители «Жигулей» поймали очевидца. Легковой автомобиль столкнулся с маршруткой накануне вечером. Водитель «Жигулей» пытался уехать с места ДТП, передает телеканал «Лайф-78». Телеканалу также прислали видеозапись с места происшествия. Делом займется дорожная. Ебаная, блядь, чуть не въебал гандон, ебаный, блядь. Вот сейчас он болеет. Надо за ручку подержать. Да, я надо подержать за ручку. Папа, так подержу за ручку. Слушай, ты что, за офигел, что ли, моих родителей удрачивать? Что там? Блядь. Ну хера себе, какого хера? Боже мой. Там живы, Антон, живы. Капец. Ты что делаешь? Ну какого хрена, они не пропустили, они живы. Родители сикаться не будут со мной кататься. Ну блять, пиздец. Блядь, дебил! Ну ты даешь, друг! Thank you.
сука. Охуеть, блядь! Вот он, точно он. А ты, блядь, встал пьяный. А ты встал еще в этот угол, блядь. В эту полосу. А ты... Которого на цепи, ура, чемпион.